Городские власти активно занялись дорожным ремонтом. И пока демонстративно кипит работа в одном районе, в другом посреди дороги проваливается автотранспорт. Подробности далее. Сегодня городской голова объезжал Ленинский район, проверяя, как здесь латают дорожное покрытие, какие участки в планах. На выезде в сторону Днепропетровска по улице Тиражной дорога бесхозная. По словам Александра Сина, как только облсовет примет решение передать этот участок на баланс городу, тут же приступят к ремонту. Следующий пункт – подземный переход на улице Винтера. Ленинская райадминистрация попросила выделить дополнительные деньги на приведение его в надлежащее состояние. Мэр согласен. Говорит, в этом году уже потратили около 3 миллионов гривен и еще столько же планируют освоить до конца года. А вот, наконец-то, наглядный пример, куда же уходят деньги. Улица Рустави. Эту дорогу ремонтируют впервые за все время ее существования. Получается, вырезали фрезой старый асфальт и теперь ложим новый. Перед этим вымели, продули, убрали весь мусор, промазали смолой и ложим шестерка укатанный асфальт. А вот тротуар, как оказалось, это совершенно отдельный объект. Если бы они везде так, ну, частично где-то это самое. Ну, смотри, здесь сделали, а здесь вот что творится. Дорога идет на почту. Люди неоднократно падают. Ну, хотя бы сделайте нам вот эту вот центральную остановку, чтобы можно было не боясь ходить зимой и осенью, когда здесь лужи и гололед. Я уже не говорю за дворы. Местные жители, увидев мэра, пользуются возможностью высказать претензии лично. Александр Син поручает Ленинской администрации проработать, что же можно сделать с тротуаром напротив рынка. По словам городского головы, в этом году объем ямочного ремонта по городу увеличился в полтора раза, среднего – почти в три раза.